Я больше альтернативной историей заниматься не буду. И расскажи, как у тебя вообще поменялось мировоззрение? В нынешней Москве всего лишь 200 лет. Во-первых, мы отсняли целый реалити-шоу, вот там буддисты прячут пришельцев. Видимо, они больше платят. Как он там держал над Кремлем тарелку с пришельцами. Ну, это вообще нападки на тебя в первую очередь и на меня. Ты знаешь, ну, мне на этот счет, конечно, очень богатый опыт. Фильмы будем снимать совместные? Ну, не могу я без альтернативной истории. Всем привет, с вами председатель. В своих тематических роликах я могу высказать свое мнение только в пределах темы этого самого ролика. Кто-то гадает о моих взглядах, кто-то вообще считает, что председатель СНТ – это чей-то проект, а я читаю кем-то написанный текст. Особенно это было актуально, когда 3 года назад я поехал на Мальту и меня там посвятили. Поэтому хочу показать вам живую беседу с человеком, который 5 лет назад присылал мне свои видеоматериалы, по которым я уже делал видеоролики. Тогда у меня было 15 тысяч подписчиков. Поговорим об альтернативной истории, как она повлияла на наши жизни, по-дружески посмеемся, обсудим какие-то серьезные темы, выскажем свою позицию по ряду важных вопросов, обещаю, вы не заскучаете. Всем привет, друзья! Сегодня необычный у меня формат. Ко мне в гости приехал мой приятель Джон Коннор, Женя. Приветствую, приветствую, да. Дорогие друзья! Поздоровайся! Уже, можно сказать, такая традиция становится. Каждый год весной ты ко мне приезжаешь. Вот буквально 11 месяцев назад я сейчас смотрел, у нас был тоже такой же разговор. Ну, хорошему человеку грех не приехать-то. Да, на самом деле, Жень, рад видеть тебя. Ты не часто бываешь еще в Москве, потому что тебя застать достаточно трудно, да? Ну, что есть, то есть. Да. Полгода как минимум. Это с одной стороны, да? Но с другой стороны, много где ездишь, много что смотришь, много информации. У меня вот лично так не получается сейчас. Вот мы, видите, мы собрались у меня на задворках, сзади такой антураж деревенский. Да, деревенский антураж, хозяйство, хозяйство, хозяйство. А ты все вот мир смотришь, себя показываешь, да? Присматриваюсь, чтобы тоже дом родной сделать и хозяйство. Смотри, мы как-то начинали неоднократно с тобой интервью и спрашивали, как ты пришел к альтернативной истории, да? Ну, это уже такой вопрос, уже старый, мы уже не говорим, как ты пришел. Наверное, стоит поговорить, как вообще повлияла альтернативная история, увлечение, например, твое альтернативной историей, как взгляды твои поменялись, открылись глаза, может быть, да? Как она тебе помогает вообще в жизни, альтернативная история? Да, да. Ну и, собственно, что у нас нового на нашей альтернативном, скажем так, историческом поприще? Ну, Илья, во-первых, я очень рад тебя видеть. Прям душевно. Да, аналогично. Очень классный, душевный человек, дорогие друзья, зрители. Вот кто, кому посчастливилось видеть Илью вживую, я уверен, меня поддержат. Во-первых, мы находимся в невероятном природном месте, это вот как бы новое имение. Поздравляю тебя со стройкой. На самом деле это большое счастье иметь свой дом. И вот я очень действительно много путешествую, можно сказать, не только в поисках себя, в поисках определенных ответов, но и в поисках дома. И что удивительно, я пришел к выводам, что мой дом хочется, чтобы был в Москве, несмотря ни на какие вот эти события, происходящие сейчас у нас за окном. По поводу истории, нас, конечно, с тобой она и связала. Те самые... Кстати, ровно, по-моему, 5 лет назад я впервые тебе написал, классные у тебя фильмы, я еду в Новую Зеландию, да. Хочешь, я отсниму, вдруг там тоже есть закошенные этажи. Представляешь, время, да, 5 лет прошло вроде как, а как вот мгновение. Мгновение, и казалось бы, такая как бы легкая идея, она так сильно зацепила, и все это повернулось в такую невероятную пучину событий. У тебя было тогда 10 тысяч подписчиков, а у меня даже канала не было. Я думал, что все люди, которые вот настоящие блогеры, это тунеядцы, это просто надо натравить, как говорится, Роскомнадзор там, или как это называется, чтобы людей работать надо заставить, ё-моё. Сейчас уже натравили. Сейчас уже это, да. Вот, ну и на самом деле, конечно, вот с той, буквально с того сообщения и, наверное, с тех фильмов, альтернативная история и вся моя жизнь очень сильно повернулась вообще совершенно под другим углом.
Конечно, первые годы, ну ты помнишь, наверное, и сам, когда ты это буквально взахлеб все изучаешь, смотришь. Ну, потому что это оно кажется невероятным, да. Да, оно кажется, не может быть. Не может быть. А сначала отрицание, потом интересно, классно, потом наоборот начинаешь верить. Uh-huh. Ну а потом вот уже доходишь до момента, когда надо проверить, надо как бы докопаться, изучить, надо побывать, посмотреть. Вот мне, собственно, как бы моя стезя больше побывать, посмотреть, uh-huh. твоя докопаться, изучить. Вот, это очень хорошо, это дополняет друг друга. Смотри, хотел сказать, причем давно хотел сказать, мне очень удобно, вот, например, работать по архитектуре, по видам. Угу. Идешь, снимаешь и, соответственно, либо наговариваешь, либо, ну, не то, что вижу, что говорю, но вот ты показываешь, например, там какой-нибудь разлом в стене или какой-нибудь аркатурный пояс, да, в церкви и рассказываешь о нем. И насколько сложно, я вот сейчас вот понимаю, когда начинаю рассказывать о персонажах, об исторических персонажах, ну, если, например, Петра там или Екатерину мы можем визуализировать в виде картин, потому что много картин. Хотя бы видели, да. Да, а вот какого-нибудь там первого господаря всея Руси Дмитрия Шемяку, ну, его никак нигде не показать. Понимаешь, когда вот я с этим сталкиваюсь, я очень много на монтаже, у меня занимает времени, думаю, как показать. Вот так. А когда ты показываешь там, ну, страничку из Википедии, это сразу, ну, я не знаю, почему-то к Википедии так относится, как будто, о, ну, понятно, типа, все по Википедии. А как визуализировать вот этого Дмитрия Шемяку? То есть в Архангельском соборе, например, где-то фреска, его вот там вот в углу, но снизу ее снять, это единственная фреска, а это первый, например, государь всея Руси. Ну как да, такая показать? Значимая личность и так мало информации, точнее визуализации. Вот, трудно. Это я к тому, что наша история настолько не популяризирована в источниках, то есть есть летописи, на которые можно ссылаться, но там картинки, как ты сам видишь, они такие смешные, детские. Да, да. Вот, поэтому, с одной стороны, я тебе завидую, что ты можешь много путешествовать и снимать именно живые виды. Я вот все поблизости, можно сказать, уже ну, так отснял. Хочется, мне очень хочется поехать, но вот... Как ты говоришь, ты мечтаешь, да, о своем доме, о своем хозяйстве. Скоро поменяемся местами, да. А оно меня держит в этом плане. Мне кажется, сейчас ты закончишь ремонт и поедешь, а я как раз начну делать. Ну, да. Так что всему свое время. В любом случае, видишь, и у тебя, и у меня, мы связываем наше дальнейшее пребывание именно здесь, в Москве. Да, да, ну, ты в Москве, я в Подмосковье. Никто никуда не собирается, какие бы там не были бы тяжелые времена. В принципе... Слушай, за нами Москва, куда бежать, ё-моё, ну честное слово. Я побывал уже в таких странах, где очень много ребят, которые по тем или иным причинам, естественно, как бы покинули страну. Но я всегда говорил, что вы зря не так скоропостижно делаете выводы. Если какая-то беда произойдет в Москве, то в принципе уже даже в Новой Зеландии не спастись, мне кажется. Поэтому здесь как за пазухой Бога. К тому же у нас, дорогие друзья, у нас сразу давайте еще отметим, что в принципе это дружеская беседа на альтернативные и околоальтернативные темы. То есть мы будем обсуждать и последние новости альтернативной истории, и вообще интересную теорию заговора, которая вот у нас, скажем так, кристаллизуется в голове, изучая все то, что происходит. Вообще самые интересные последние события, но самое главное, все наши, скажем так, вся наша демагогия, вся наша философия, она не направлена, не персонализировано против каких-либо там лиц, национальностей и так далее и тому подобное. Это просто личное наше частное мнение. Так вот, мое личное частное мнение, что когда в стране сложные как бы моменты, бежать из этой страны точно не стоит, а поддержать ее и поддержать ее так, как ты можешь это сделать своей профессией, очень даже хорошо. Вот, но к альтернативной истории это, конечно, мало относится, поэтому, наверное, вырулим обратно в сторону, как альтернативная история повлияла на жизнь. Да, вот да. На твою жизнь, как она повлияла, какие-то взгляды, может, у тебя поменялись. Вот у меня, например, я вот так. Хочу тебя выслушать, а потом свою историю расскажу. С чего я начинал, да, какие взгляды были и к чему я, например, пришел. Ну, взгляды же меняются, согласись, да? Да. Бывает, что человек там, ну, не то, что заблуждается. Ищущий человек всегда ну, может поменять свою, не то что позицию, просто мнение, да, и в принципе в этом ничего плохого нет, потому что ты думал так, а оказалось вот так вот. И ты же,
Если только твое мнение было там не проплачено, да, кем-то там, и ты рубил там за одних. За Кремль. Да, а потом начал рубить за других. Ну, грубо говоря, как пропагандисты на экранах. Причем, ну, на всех экранах, да, на любых экранах, как какие-то таблоиды, газеты, ну, неважно. Вот. Кстати, как... заметь, как они сейчас из страны повалили, как раз те, кто гнал и на строй, и на правительство, как сейчас и артисты вот такие, скажем так, проплаченные условно, как сильно изменилась вообще наша, как это, ТВ-радио, элита. Ну, как-то, где твои деньги, там твое сердце, да? То есть, деньги это, ну, тут как ни крути, без денег же ты не сможешь жить, да? А у людей, когда есть какие-то большие деньги, большие накопления, они как якорь тебя тянут. Ну, можно, конечно, удариться в религию, где нужен вот аскетизм, да, там тебя. Тогда вот твоя душа чистая, тебя ничего не держит. Верьте, и потом. И все, главное, потом. Когда-нибудь в таком-то поколении, да, уже. А все так раздавай и. Да, да, да. Я абсолютно бескорыстно, да. Да, ну так чего? Вот скажи, какие-то интересные, может быть, вот у тебя находки в альтернативной истории, вот именно в твоей, которые ты, может быть, сам видел, вот, которые произвели на тебя какое-то вот, ну, не знаю, может, сильное впечатление. Давай поделимся, конечно, с удовольствием. Во-первых, дорогие мои друзья, альтернативная история в корне поменяла мою жизнь и просто сделала, наверное, меня тем, кем я есть сейчас на самом деле, буквально пробудив мои и способности, и желания, и возможности. Все началось с того, что очень многие, на самом деле, даже именитые историки, которых я в последнее время изучаю, напрасно полагают, что альтернативная история — это, скажем так, инструмент таких, знаете, как... балаболов, да, то есть людей, которые не образованы, которым охота во что-то бы, во что бы то ни было поверить, и которые, не обладая информацией, скоропостижно делают выводы. Ну, такие так, есть. Такие есть, безусловно. Это не беспочвенное обоснование, но, знаешь, это как и в каждой семье, да, точнее, да, в каждом народе. Но фишка в чем? Альтернативная история, ее основная изюминка в том, что она дает возможность взглянуть на картину под другим углом и задавать вопросы, те, о которых ты даже не думал раньше, гуляя по Москве, по Питеру, по разным городам, читая иногда, например, ту же самую Библию или исторические учебники там, 18-19 века, для тебя это было, ну, все как бы логичная цепочка там, каких-либо событий, которые, ну, вот они были, и как бы они тебя не касаются. Но когда тебе говорят, конечно, бывают крайности, что, грубо говоря, наш мир там заселили 50 лет назад прилетевшие с Нибиру пришельцы, и, в принципе, дают какие-то для несведущего человека более-менее вменяемые доказательства, конечно, твой мир сначала трещит по швам, а потом ты говоришь, окей, интересно, давай разберемся. И вот сам процесс прохождения через вот это... цепочку событий, раскапывания, да, вот в прямом смысле этого слова. Ну, когда ты сам начинаешь в этом копаться и разбираться. Да, именно да. Потому что ты начинаешь исследовать, и ты приходишь к какому-то выводу. А картинка ты, когда смотришь, ну, когда кто-то, да, там демонстрирует. Это невероятно, да. Это вообще, да. То есть ты думаешь, не... а когда вживую, да. Это, конечно, глубина совершенно другая. Но и, знаешь, как бы и находки, они могут разочаровать зачастую. Потому что не все так сказочно. Вот я всегда... говорю и в своих фильмах, и на личных встречах, что очень многие авторы своих произведений преподносят все в таком свете, что этого не существует. Когда ты находишься на живом объекте, альтернативная история, она, безусловно, есть, но ее огульно хаят, потому что многие пытаются из нее сделать фантастический комикс. Ну, много а фейков. Не тот взгляд, который реально под другим углом, под другой интерпретацией присутствовал у нас. Но, ты знаешь, даже несмотря на все это, давай так, если предметно, я недавно откопал очень крутую штуку. Ну вот реально самую крутую штуку моей альтернативной карьеры, скажем так, который я только находил или снимал. Причем это был мой второй. Мы вот с тобой общались, когда чай пили, я уже вкратце рассказывал, сейчас зрителям расскажу. Это был мой второй заход на этот объект. На севере Таиланда, неподалеку от Бангкока, есть небольшой храм. Совершенно не туристический, без каких-либо там зазывал, плакатов, экскурсий и прочее-прочее, где в совершенно обычной пагоде находится совершенно обычный монах и хранит самые необычные две мумии, которые я когда-либо видел и слышал в этом мире. Фильм у меня называется «Буддисты прячут пришельцев». Но за название, дорогие друзья, вы уж тут не обессудьте. Этими названиями мы пытаемся немножко привлечь внимание, к тому же суть истины в этом названии действительно есть.
По буддийской мифологии, как я изучил, и на самом деле, вот я тебе говорил, это действительно был, наверное, один из немногих фильмов, где я так глубоко копал, как никогда ранее. Даже с тайского языка мы переводили источники, смотрели, разбирали их, вот эту вот структуру космогонии, где у них какие боги находятся, во что они верят, как у них планета, почему Меру, а как... все становится на свои места, кстати. Когда ты изучаешь, что такое гора Меру, и какая у нее структура, кто где живет, почему там атланты, анты, гиганты, как это все взаимодействовало, оно становится, знаешь, такую прям очень прикольную фэнтезийную картину. И многие, даже, скажем так, выражения из прошлого, из каких-либо учебников, они очень грамотно туда заходят. Но не будем отклоняться. Так вот, фишка в чем? Там хранятся две мумии нечеловеческих существ. И первое, что хочется сказать, когда видишь, да, ну как бы бред какой-то, наверное, какие-то куклы. Особенно, когда смотришь фотографии в интернете, они там не очень хорошего качества, якобы две мумии, якобы кто-то там брал какие-то анализы, посмотрели, на людей не похоже, очень похоже на нашего вот этого Алёшеньку. Чупакабрик. Чупакабрик, да. Так вот, суть в чем, первый раз я там был, по-моему, в 17-м или 18-м году, просто мне удалось найти адрес этого храма, хотя он везде указан неправильно. Если, кстати, кто-то поедет, пишите, расскажу, куда нужно ехать. Вот, и визуально посмотреть, это просто невероятно. Тайцы, как и все, в принципе, азиаты, они очень паршиво делают подделки. Ну, это я касается помню, многих вещей. Да, я помню, там камни из пенопласта, которые облазят, которые дырки там стоят, как у них позолочены храмы новые. А тут мы приходим, действительно, ну, как бы такой храм, стекольное помещение, и сидит монах, и там такие, знаешь, вот эти все цветастенькие картиночки, узорчики, подушечки, лежат два маленьких тела, вот такой вот, вот такого размера, с удлиненными конечностями, руки, ноги, и с взрослой головой. Ну, взрослый в плане сформировавшейся, то, что у них есть челюсть и так далее. Единственное отличие от уменьшенной копии человека, то, что вместо черепа, как у нас круглого, у них некая копия как бы плодоножки. И в одном из источников, где я находил, указывалось, что якобы у ученых из Бангкока медики брали анализ ДНК и проводили исследования, что анализ показал, это частично существо человеческого типа, а частично растение. То есть это некий гибрид чего-то с чем-то. Соответственно, ну, конечно же, у меня с собой оборудование, там, ни сканера, ничего нету, чтобы проверить. Но визуально... Мы отблагодарили монаха. Он нам их вытащил, мы их в руках держали. Просто, да. Это, конечно, было невероятно. Со мной были ребята, вот кто ездил в экспедицию. Ну, такие, знаешь, скажем так, экспедиции, наверное, это слишком смело назвать. Хотя для кого-то, например, забраться вглубь Камбоджи, это тоже еще то приключение. Так вот, мы целой командой коллегиально просто обсуждали, что это. Даже маленькие волосы, даже поры на коже головы видны. У них такая четкая детализация. Когда внутри было видно отверстие, видимо, его вскрывали, либо он уже сгнил там. Органы, печень, там, или почки, или какое-то сердце. То есть там целая система. Венозная ткань. Это просто невероятно. Вот я знаю, как тайцы делают подделки. Это совершенно... немыслимо замороченная, если это подделка, какая-то копия, которую невозможно, на мой взгляд, создать. Что мы сделали дальше? Ну, конечно же, мы не смогли договориться с монахом пока что, чтобы как-то взять эту мумию, съездить... Руку хотя бы оторвать. Или там, не знаю, отстричь, но это было бы, наверное, вульгарно по отношению. Буддисты хоть и считаются самой мировой религией, но, насколько я изучал Юго-Восточную Азию, они там друг друга мочили еще как. Поэтому это было бы небезопасно, мне кажется, для нас. Но... мы пообщались с монахом, на удивление, он рассказал очень такую как бы, ну, историю, как вот из интернета. Причем он рассказывал это так смело и так спокойно, и даже тайка-переводчица, которая была с нами, она рассказывала, знаешь, что как будто бы... Повседневно, да. Это боги, их господ Индра привел из там, четвертого неба сферы бытия, и они росли у нас на деревьях. Только две настоящие. Как плоды росли. Как плоды, да. То есть у них есть мифология, что эти существа вырастали из плода дерева, по-моему, норипон называется это дерево. И они, когда созревались, становились человеческими женщинами, с которыми, кстати, прелюбодействовали всякие негодяи. И через 7 дней они умирали, а негодяи, попрелюбодействующие с этими женщинами, теряли свою силу. Ну, это в легенде, соответственно. Что было вживую, с таким размером сложно себе представить. Но даже не это меня удивило. Это, ладно, легенда.
Они так об этом говорили, знаешь, как будто, например, новый iPhone их удивил бы в 5000 раз больше, чем то, что у них вот здесь в храме. Да, кроссовки были идеальны. Да. И я говорю, а вас это не удивляет? И говорит, да нет, что вы, ну как бы у нас вот все же написано, откуда они взялись. А датируют они, ну это... 100 лет они у них как находятся. Уже находятся. Находятся, да, в этом храме. А до этого им их принесли. И вот тут, конечно, есть, знаешь, такой небольшой повод, лазейка для того, чтобы проверить их на профпригодность. Потому что недавно было обнаружено в Японии, в одном из таких храмов, когда чучело, которое, ну, типа мумия там, русалки, которая долго-долго хранилась, и все ей молились, синтоисты и так далее, оказалось на проверку картонной куклы. Да. Но они сделали рентген, посмотрели, и как бы там сшито из обезьянки. Но когда смотришь фотографии этой мумии и вот тех маленьких существ, которые нашел, детализация это просто зеленая. Земля и небо. Ну, то есть, видно, что какая-то хрень, которая подпорчена и сделана как-то криво, страшно, чтобы прям пугать людей. И видно, что что-то, ну вот, если оно должно было природно, как говорится, усохнуть, вот оно природно и усохло. Я не буду делать выводов смелых, но мы разослали видео нескольким, как говорится... Экспертам. Ну, из... кто у нас трупы вскрывает, боже ты мой. Патологоанатом, да. И даже нашли одного специалиста, который делает такие куклы. Вот специалист, который делает куклы, сказал, что это кукла. Хотя специалист типа этот... Хотя свои куклы он показывал в сравнении, они выглядели, знаешь, ну вот так как... Таксидермист? Возможно. Это который чучело из животных делает, нет? Нет. Он прям типа как из музея Мерлина делает сошилки. Я понял. Вот это, кстати, тоже, друзья, очень интересный фейк такой. Знаете, когда не разбираешься все еще в теме, а видишь фотографии, например, реально каких-нибудь там фей, драконов, и ты думаешь, ну вот же она правда, она скрывается. А потом оказывается, что были энтузиасты, которые жили там примерно там полвека назад, которые реально сделали такое большое творчество. Есть целое течение, как я узнал, людей, которые занимаются бестиарием. То есть они делают из подручных средств различных монстров. Так вот, он, конечно, не видел их вживую, но по фотографиям сказал, что похоже на куклу. Хотя те куклы, которые он предоставил в качестве доказательства, они сильно отличались. Ну просто, как я не знаю, там, извините меня, Жигули и последний Майбах от того, что мы видели. И самое главное, патологоанатомы, анатомы и медики, которые, скажем так, более-менее связаны с абортами, с выкидышами и различными мутациями, сказали, что данные существа к человеку вообще не относятся никак. То есть они имеют совершенно другие пропорции расположения конечностей. То есть не может быть, что это какой-то эмбрион или что-то такое, ну как вот у Петра Первого кунсткамера, Лоцци, да? Да. То есть там совершенно другое строение тела, у меня есть даже переписка в WhatsApp и так далее. Вот, на что, собственно, я сделал достаточно хороший фильм. На этот фильм я думал, вот она, мой звездный час, мы сейчас получим Нобелевскую премию, раскрыли тут практически новый вид существ. И YouTube подключает, не просто монетизация, а вырубает мне AdSense. И фильм, прям ровно в запуск этого фильма, ну, на мой взгляд, просто не набирает столько просмотров, чтобы хотя бы быть увиденным. Ну, в любом случае, перейдите по ссылочке, кому интересно, посмотрите этот фильм. Я просто сам делал материалы, когда ты мне скидывал, тогда еще, в 2017 году, это когда мы 5 лет назад... Это самый первый, да? Да, один из первых фильмов про Таиланд и вот про эти как раз феи. Но это такой был просто... Там зуб Будды был, там все... Там все вперемешку, да. Да, кучно было, все вперемешку. На самом деле информации не так много, тем более одно дело, когда ты живешь в Москве и снимаешь по Москве, вот, а про Таиланд... Для меня это немножко вот другой мир. Я сейчас начинаю касаться, например, той же Византии, того же Рима, да, и как-то вот мы привыкли все рассматривать по отдельности, как нам историю преподают, история Древнего Рима, история Средневековья, история Руси, а вот соединить все это вместе и понять. Да, вот, кстати, теперь ты расскажи, как у тебя вообще поменялось мировоззрение, потому что, смотри, видишь, мы с тобой, хоть и, то есть, можно сказать, наши каналы называются каналы альтернативной истории, но я больше все время искал, или точнее, наверное, даже пытался найти доказательства вот этих фантастических пришельцев, рептилоидов, потопов, свершений, там, монстров и так далее. Богов. Богов, да-да-да. А ты именно разбирал, ну, я бы сказал так, знаешь, такой подход Шерлока Холмса. Ту самую конспирологию, которую, как бы, она вроде как очевидна. Ну, то есть, она может быть. Она не настолько фантастична, как эти феи. Но то, к чему она приводит, вот, к цепочке последствий, она намного глобальнее. Расскажи, пожалуйста, как теперь твое мировоззрение изменилось?
И, ну, я просто помню, с чего мы начинали. Даже да. с этого же самого Таиланда. Да. И как сейчас это все у тебя вышло в стройную концепцию? Слушай, ну вот всегда нужно, если ты хочешь делать что-то хорошо, всегда нужно... Делай сам, да. Ну, делай сам, это номер один. Да, делай сам. Сам озвучивай, сам монтируй. Ну, потому что у меня много было бы претензий, например, к монтажеру. Это мне нужно было бы над ним стоять и говорить, что вставить сюда. Смотри, логика, это очень важно, логика, логически размышлять, и здравый смысл, ну то есть не приплетать какую-то ерунду, то есть нужно все-таки придерживаться вот этих двух критерий, логики и здравого смысла, вот, потом я начал все анализировать с точки зрения управления, понимаешь, то, что, ну, управление это то вообще... Ради чего все управляемо. То есть вот все, каждый процесс, он управляем. Хотя ты думаешь, что он не управляем, но на самом деле он управляем. Даже вот там цветок растет, ты думаешь, как же так природа создала. Но природа этим цветком управляет тоже. Вот. И я начал с этого, то есть с управления. Я вот, опять же, к ошибкам. Я очень хорошо был знаком с Игорем Греком. Да, вот он уже год... как умер от коронавируса, кстати. Вот. У него была... И очень много с ним общался, он мне много рассказывал, и у него была теория, что нынешней Москве всего лишь 200 лет. Угу, угу. После твоих фильмов про Коломну, ты знаешь, я в этом тоже усомнился. Вот, смотри, я действительно... Он приводил достаточно такие серьезные аргументы, что действительно Москва стала Москвой только с появлением железных дорог. Потому что до железных дорог, до всех вот этих каналов, которыми Москву соединили водными, в Москве же воды не было, понимаешь? Канал имени Москвы прорыли, чтобы как-то питьевой водой обеспечить людей. То есть до такой степени... что это был совершенно не портовый город, не город Семи морей, да, как сейчас он считается, порт Семи морей. Чем Москва могла торговать? У нас не было ни пушнины, у нас не было ни зерна. Смотри, у нас такой холодный климат достаточно, то есть у нас не плодородные земли, у нас нет ни своего ни железа, ни серебра, ни золота, ничего. Как Москва стала Москвой? Удивительно, да? Поэтому именно... Вот все так сходилось, что Москве действительно вот 200 лет. Вот как только появились железные дороги, вот так Москва и стала. Это я так действительно думал, и даже не одно видео сделал по этому поводу. А потом я начал думать с точки зрения управления. Вот смотри, ведь есть торговцы, да, которые торгуют, а есть, ну, например, хозяин рынка, да, который не торгует, а просто... Руководит. Руководит, да. А есть, знаешь что? А есть церковь, которая ничего не производит, которая вроде как живет в большом достатке. Вот, и я начал в эту сторону думать. И вот сейчас вот все мои последние фильмы как раз на этом и основаны, что да, Москва, скорее всего, именно тогда была, ну, тогда, с хронологией можно поспорить, потому что есть много переплетений, наслоений друг на друга, но приблизительно Москве не 200 лет. Вот. Просто Москва, если так назвать, духовный центр, но духовный в кавычках в больших, потому что церковь и духовность сам, знаешь, можно очень с натяжкой отнести. Церковь – это управление. Я говорю, что у нас церковь – это византийская церковь, греческая церковь – это не секрет. Это не секрет. У нас греко-кафолическая. Да, вера византийская, вера греческая. Вот. Но когда я начал копать и понимать, что, ты понимаешь, все названия, например, «Всея Руси», для меня это было, и, ну так, вроде как какие-то вот прям как серпом, ну, по венам. А ведь это название мы со школьных времен помним, так оно еще гордо звучит, «Всея Руси». А ты не признаешь этому значения. И когда ты начинаешь понимать, как оно произошло и что оно означало на самом деле, это, конечно, невероятно. То есть ты понимаешь, что это эти все названия, такие названия, как «Великороссы», «Малороссы», которые нам говорят, вот здесь жили великороссы, а вот здесь малороссы, а там белороссы. Да? Хотя Белоруссия – это вообще другое. Ну, вообще, то есть это латинское слово, перевод Белоруссия, это латинское слово,
Вот. А именно греческие слова, это Малороссия и Великороссия, это, оказывается, было придумано в Константинопольской... Епархия, или как она называлась? Ну, Константинопольским патриархатом в канцелярии, грубо говоря. Ну, вот так вот, если назвать, канцелярия, понимаешь? Нужно было поставить своих митрополитов на землю, на нашу землю. Вот. И когда вот это начинаешь копать, прям вот действительно, это становится, ну... Как мурашки по коже. Ну да, вот. И здесь мое мнение, собственно, поменялось. И сейчас вот я как бы в эту сторону рою, и я пытаюсь последние фильмы вот объединить как раз историю католической церкви. Хотя бы, да, я до Китая, мне вот трудно объять все. Вот если бы кто-то работал по Китаю, кто-то работал там... по Таиланду, там, по Австралии, там, по Америке, по той же. Вот, именно хотя бы даже не из русскоязычных. Можно поставить там перевод, да, YouTube же переводит. Ну да. Но таких нету, к сожалению. Вот в Европе никто так не копает. Слушай, вот так я даже скажу не как мы, а как ты копаешь, я вообще ни одного человека не встречал. Ну, это не то, чтобы... очень приятно. Не, ну тут могут нас сказать, типа там сидят два кукушки грецы. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Ну, блин, я вот как бы как искренне, я же тоже смотрю YouTube, и когда выходит у тебя фильм, я знаю, что там будет точно что-то интересное. И причем прикольно, знаешь, следить за ходом твоих мыслей, когда ты сам начинаешь обращать внимание, думаешь, блин, Коломна, Москва, а как она могла быть столицей? Ведь реально, реки же, я еще помню, в 18 веке, да, там это Екатерина у нас прорыла каналы. Как вообще? А чем она торговала? И такие как бы очевидные вопросы. Вот почему я сказал еще тогда, что альтернативная история имеет неоспоримое преимущество перед официальной. Чем? Она заинтересовывает человека, и ты начинаешь мыслить своими мозгами. И ты дальше уже как следствие перекапываешь и официальную историю, и приходишь к каким-то, ну, более глобальным масштабным заключениям. Вот чем как раз официальная история отличается, они просто зачитывают летописи. Факты, летописи, да, типа, казалось бы. Да, вот именно как Карамзин написал, так они и зачитывают. Ну, а ведь как бы... как я говорил, история России – это история церкви, да? У нас, вот смотри, у нас везде остались из архитектуры только церкви. У нас же нет замков никаких, ну, на территории России. Там есть, конечно, в Крыму какая-нибудь там Керченские крепости. Ну, с ними более-менее все понятно. Да, вот. А именно гражданской архитектуры в Средней Руси, в Москве, ведь нету совершенно. А в музей зайдешь, в ту же оружейную палату – только одна церковная утварь. Да, да. То есть вот она, история церкви. И церковь в угоду себе, например, обелить московского князя и очернить рязанского князя. Выбирает, да. Выбирает, да, именно под себя. Вот. Знаешь, только я думаю, для зрителей нужно, во-первых, сказать два важных момента. Первых, у нас здесь Иван-чай, а не какой-нибудь коньячок, чтобы вы ничего такого не подумали. Поэтому за греции ваше здоровье, товарищи, друзья, и с 9 греции мая. А во-вторых, я хочу что отметить, я думаю, ты со мной согласишься, что мы с Ильей этой беседой и, в принципе, нашими фильмами не хотим, скажем так, очернить или осквернить церковь или даже вообще какую-то свою религию. Нет. Наоборот, я лично считаю, что и церковь, и религия в определенные этапы развития человечества играла важнейшую роль. Чисто банально потому, что мы благодаря этому контролю мы хотя бы не переубивали друг друга. И ну, как-то дошли более-менее складной, сложно сказать, что бы было без этого, но мы дошли более-менее складной какой-то культурой или народом, или там, я не знаю, страной, или даже миром до нынешнего времени. Поэтому в определенное время такие рычаги управления, возможно, были необходимы для мира. И даже сейчас то, что оно существует, оно, кстати, видишь, совершенно уже другие моменты управления берет, но вот в наше время сейчас пытается проснуться. Я вот замечаю, как памятники сейчас строятся, даже вот на въезде к тебе, как кресты стоят везде, смотришь, князь русский, вот такой патриотизм, знаешь, не советский пробуждают, что вот там труженики, класс и так далее, рабочий, подымайся, а именно вот как бы религиозный. Поэтому, дорогие друзья, если кто-то вдруг, ну, из церковнослужителей, у меня, кстати, есть такие друзья или верующих, пожалуйста, имейте в виду, что мы лишь пробуем разобраться в причинно-следственных связях и по ходу возможности показать вам... Да, кого-то хулить. Да, да, да. Замечу, кстати, вот смотри,
военный комплекс, именно оборонно-военный комплекс, это же прогресс. Mm-hmm. То есть, да, вот опять же, смотри, вот сейчас там всякие ГЛОНАССы, GPS, интернет, это же все военные изначально были разработки, да, разработки, которые перешли в нашу повседневную жизнь. То же самое тогда церковь, она же тоже была с войной, ну, есть папское государство, у папы была своя армия, она там ходила в крестовые походы, вот, смотри, из церквей, это были первые, ну, школы, университеты, академии, церкви, именно при церквях были, то есть все библиотеки были при церквях, да, то есть, и смотри, из этих же церквей появились первые вольнодумцы, которые говорили, подождите, давайте разберем этот текст, тут же не так написано, как вы трактуете, и из них там появились там какие-нибудь Мартины Лютеры, которые там прибивают, то есть ты, все, первые отступники, все взаимосвязано, да, и отсюда там пошли какие-нибудь там протопопы Аввакумы, которые тоже отстаивали свою веру, ну то есть свою точку зрения. В принципе, надо призывать не к маханию палками, а именно к диалогу. Да. И к диалогу конструктивному, а не такому, как вот сейчас там на центральных каналах смотришь, кто громче крикнет, того и правда. Вот, поэтому... Или стаканом воды обольет, как раньше было. Поэтому я считаю, что это наша история, это мировая история, и какая бы она ни была, стыдиться этого нельзя, 100%. А нужно наоборот черпать эту историю и исправлять, то есть применять ее на сегодняшний день и понимать, да вот так мы уже делали, вы видели, что из этого вылилось? Это превратилось там в какой-нибудь кошмар, апокалипсис, гражданскую войну. Давайте остановимся, давайте будем вести диалог. Вот к чему. Но, к сожалению, опять же, какие бы памятники ни ставили, все равно ставят памятники, ну, можно сказать, немножко предвзято. Именно тем, например, государям ставят памятники, ну, например, Романовым, да, которые, по моему мнению, просто, ну, немцы пришли на нашу землю и нами управляли, по большому счету. Да, кстати, друзья, если вы еще не в курсе, вы просто посмотрите ту же самую элементарную Википедию, да или уже учебник любой школьной истории, как расшифровываются все вот наши там Петр III, Екатерины, какие у них имена на самом деле? 99% крови, даже официально намерено, это немецко-прусская. Прусские. Но видишь, говорят, что Пруссия это тоже это славяне, в принципе. Тут, опять же, вот этот панславянизм. Для меня лично нет никакой разницы между узбеком, таджиком или там монголоидом каким-то, или славянином, или евреем даже. Если он не относится к какой-то группе управленцев, которые пытаются нами управлять, то есть обычными людьми, это обычный трудяга, обычный, я не знаю, человек, который ему даже, ну, незачем в это лезть. Но понимаешь, есть такие структуры, которые пытаются вот там великий Туран сделать, да, там вот мусульмане такие, вот они должны быть отдельно, православные должны быть отдельно. Именно разделяет народы. Как Чапаев сказал, а ты за красных, аль за большевиков? А Чапаев сказал, я за интернационал. Вот. Поэтому я, в принципе, за интернационал. В хорошем смысле этого слова. Вот. Поэтому, как бы, все люди братья. Да, да. И вот эту самую древнюю римскую тактику «разделяй властвуй», благодаря общению, коммуникациям и даже вот нынешним современным технологиям мы можем чуточку приостановить. Хотя бы той же самой информации, которой мы, соответственно, делимся и дарим. Хотя, знаете, дорогие друзья, тут как бы мы так, знаете, начали сначала с конспирологии, там феи-пришельцы. Причем, опять же, отмечу, это вот то, что я видел своими глазами. Потом реально интригующие вещи по поводу управления. Как на ваш взгляд? Существует ли, вот у меня вопрос ко всем зрителям твоего канала, а существует ли, на ваш взгляд, реально какое-либо мировое правительство, которое глобально управляет всеми процессами не только нашей страны, но и всего мира, даже та ситуация, в которой мы находимся сейчас, что это, возможно, тоже запланированный процесс, которым тщательно управляют управленцы. И на самом деле управленцы-то это неплохо. Главное, чтобы они управляли хорошо, не в ущерб пролетариату, да, скажем так. Я почему так заговорил? Ты не замечал, кстати, Илья, интересное наблюдение?
А когда у нас началась первая волна, началась вот этого нашего коаквавируса, или как мы его будем называть, хотя вроде там... Сейчас можно, санкции, наверное, можно, уже да? говорить, ну, да? да? Он да, же да, у нас да. уже закончился. Он так же и закончился, как и начался. Да, коронавирус в 2019 году, да? Я недавно подумал, что как раз взлет коронавируса, ну, старт и взлет, пришелся на, наверное, пиковую точку развития вот этой вот, скажем так, интереса альтернативной истории. Я, конечно, если честно, могу притягивать кота там за уши или за что котов тянут, но мне показалось это очень любопытным. Вот ты как вот отношение к, скажем так, некому всеобщему плану развития заговора, что даже, возможно, альтернативную историю специально закинули для того, чтобы люди чуть-чуть образовывались, и их то ли их внимание отвлекать, то ли они были более подготовлены к другому витку нашего развития, к другим переменам и так далее. Но любопытно, когда об альтернативной истории мало кто знал, вот то, о чем мы сейчас говорим, мало кто интересовался, ну, было там несколько роликов Кунгурова, там, ну, Айспик начинал чуть-чуть, да, там, что у нас еще был. Не помнишь? Кто-то был, по-моему, больше не был никого. Почему? Игнатенко был. Я Игнатенко с удовольствием смотрел. Война 12-го года. А, ну вот, 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 вот. вот потом, вот. Ну, Скляров, если взять. Скляров, но он, такой, он очень академичный и поверхушечка. А, ну изначально Фоменко-Носовский и Левашов. Согласись, Левашов это тоже альтернативная история. Он начал показывать первые карты Тартарии, он начал говорить про Тарха, Тару. Вот это вот тоже вот такое вот очень сомнительное учение. Очень сомнительное. Но многие на это клюнули. И я соглашусь, я тоже на это клюнул. Я читал книги Левашова, интересовался этим, но потом пришел к выводу, когда ты в этом начинаешь разбираться, ты приходишь к выводу, что это все напускное. То есть это... ну. Подтверждения этому нету. Знаешь, как я в нем реально разочаровался. У меня сначала один мой очень хороший друг, как раз тот, кто познакомил нас с Ясным институтом. Он был отличником, медалистом в школе, и вот он говорит, слушай, там такое прям вообще надо прослушать. Я такой, блин, ну раз Андрей сказал, надо послушать, Андрюха, привет, то точно надо послушать. И я включаю ролик, я смотрю, такой мужик, такой, ну ты помнишь, как он выглядит, да? Такой мужик, что... У нас тут есть другие блогеры-красавцы по сравнению с ним. Короче, и он рассказывает про ту силу энергии, мысли, как он там держал над Кремлем тарелку с пришельцами. Ну, это вообще чушь, что конечно. Он там замки. И у меня мысль, боже мой, вот первое, что бы я сделал, если бы у меня было хоть 10% твоей силы, я бы себя починил, просто привел бы себя в порядок. И тогда у меня закралось мнение, что я не понимаю как, но этому даже есть, наверное, как это сказать, геополитическое объяснение. Как образованные люди готовы поверить в самую нелепую чушь из-за того, что в определенный период жизни все их знания, которым они учились, опять же, в наше советское время до развала СССР, просто не пригодились, они оказались в состоянии шока и, скажем так, трансформации, переформирования себя к другим иным реалиям жизни. И вот в этот самый момент вкладываются необычные мысли, которым человек мог поверить, ну, как и Кашпировскому, например, и так далее. Ты понимаешь, тут такое заложено, вот как я говорил, как великий Туран, тут было заложено, что все пошло от нас. Ты понимаешь, мы творцы. Ну, как вот, например, евреи говорят о себе, что богоизбранный народ, да? То есть, ну, каждый же тянет на себя. Да, да, понимаешь, великие там кто? Арии, да, там кого? То есть мы первые. То есть, опять же, мы боремся за что? За первородство. Да какая разница? Мы с тобой, например, работаем на каменоломне, да? Да. Какая нам разница, у кого какое первородство? Мы с тобой работяги, зарабатываем своим потом и кровью. Вот, и что нам с тобой-то делить? Нам с тобой делить нечего. Вот, в этом плане. А и именно этим он берет. Иногда, знаешь, вот он патриотизм. Патриотизм, да-да-да. Вот этот вот такой вот ложный, которым хочется покупаться. И сказать, ой, да мы так тоже великие. Не только там немецкие тевтонские рыцари там были, ого, а мы еще как. И да, конечно... Это вот игра на чувствах людей, которых долгое-долгое время... Слушай, ну вот опять же, если уж о теории заговора, да, вот я же показываю, например, в своих роликах надгосударственное управление. Вот церковь это и есть надгосударственное управление. То есть у нас формируется государство, Великое княжество Московское, а этим государством управляет, причем не только этим, Русь. Почему сейчас Украина говорит, нет, Русь мы, вы не Русь, да, там Русь-то. На самом деле Русь... Действительно, Галицкое княжество, он был, например, Галицкий князь был король Руси. Король Руси. То есть
Европейский титул. Европейский титул, да. Потому что они были ближе к католической церкви. Вот. И то же самое, то есть и там Русь, и здесь Русь, потому что Малороссия, Великороссия, но этой Русью всей управляют из Византии, грубо говоря. Mm-hmm. Опять же, из Византии очень в скобочках надо взять, потому что та же Византия была тоже под контролем. Mm-hmm. Вот, под контролем кого? Ну, грубо говоря, банкиров, венецианцы, генуэзцы, флорентийцы, те же Медичи. Банковские дома, капитал. Вот. Капитал. Капитал. Да. Сейчас это трансконтинентальные какие-то корпорации, понимаешь, которые перешли. Естественно, есть. Вот, опять же, заговор вот с лекарствами, да, если вот перейти на медицину. Смотри, ты в этом, конечно, больше намного понимаешь, но я вижу, у меня сейчас мама там пошла в поликлинику, пошла в больницу, жалуются там то-то, то-то, то-то. Вот что это? Это некомпетентность врачебная? Mm-hmm. Или просто людей нужно как-то, как знаешь, подсадить? Вот подсаживают на наркотики, mm-hmm. подсадить на какие-то лекарства, чтобы человек все время жил и покупал какие-то лекарства. Ты знаешь, ну, мне на этот счет, конечно, очень богатый опыт. И вот буквально сегодня мы вели запись. Для зрителей немножко дам информации. За долгое время, еще более долго, чем я занимаюсь альтернативной историей, я занимаюсь вопросами здоровья. И в итоге, ну, я в предыдущих фильмах рассказывал, уже подробно так сильно не буду говорить, о том, что образовалась целая программа, которая позволяет естественными природными методами, без каких-либо там госпитализаций и лютой химии, очень здорово починить и поправить тело и здоровье человека. Так вот, в чем суть? А помнишь, еще пару лет назад там вот были перепалки там с Мишей Вольнодумцем, то, что там типа ну, веришь, да, не веришь. Так да, и ничего там Коннор, далеко да, ходить. Да, да, Миша, да, да. Вот совсем недавно нападки на тебя в первую очередь и на меня. Знаешь, вот сейчас я скажу, сформулирую. Миша достаточно эмоциональный человек. Эмоциональный. В принципе, как эмоциональный человек, он может там наговорить даже ну, немного лишнего, может потом будет об этом даже жалеть. Но неважно, это его дела, я как бы на него не обижаюсь даже после тех слов, которые там он на меня вылил. Он, кстати, обиделся, потому что я с тобой тогда записывал интервью. Ну, конечно, вот. Все вражеская буквально конкурирующая да. компания. Вот. И, понимаешь, почему-то Миша осуждал твой курс, который сам даже не пробовал. Да, да. Вот это очень интересно. Люди, которые не пробуют, но знают. Да, да. И если попробовал и получил бы результат, сейчас бы был бы военнопригодным. Так что, ты знаешь, смех смехом, но мне один индивидуальщик написал такую историю. Говорит, Жень, меня в военкомат забирают, что мне взять с собой из витаминок? Я такой, типа, а у тебя же там это самое, а что же у него было? Инвалидность. У него была неизлечимая болезнь, а какая-то аллергия. Ага. Я не помню вот название, честное слово, это было вот год назад, соответственно, когда первая волна пошла. Угу. Говорит, ты знаешь, Жень, я сдал все анализы, ее нету. Я говорю, поздравляю, как-то даже неловко. Он говорит, не-не, у меня к тебе претензий нету, ну просто скажи, какие витаминки взять. В итоге мы с ним выехали на щитовидке, все-таки там я ему показал, что можно по щитовидке не пройти, но, по крайней мере, он сдал анализы и показалось, что ему реально как бы есть возможность. Но было забавно. Так вот, о чем я? Чтобы показать людям о том, что мы не гадаем на кофейной гуще, о том, что те методы, о которых я на своем канале по здоровью рассказываю в фильмах, они работают, мы сделали реалити-шоу. Что это такое, угу. вкратце? Это уникальный на самом деле проект, очень прикольный. Это мы взяли абсолютно вот как бы, ну, сторонних людей с канала, вот, кто записался на программу, пригласили их записать, стать бесплатно участниками, угу. то есть я их сам лично бесплатно проведу по всему курсу, но взамен они позволят нам снимать их на протяжении всего курса. Угу. Вот не просто там до и после и в процессе, а вот прям каждые 3 дня у нас видеосвязь, где они рассказывают свое самочувствие, состояние и так далее. Выяснилось. Во-первых, мы отсняли целый реалити-шоу, целый комплекс. Если, дорогие друзья, вот кто-то знает меня по здоровью, обязательно посмотрите, вы не пожалеете. Это настолько было круто. Ну, давай, ссылки мы оставим в описании. У нас один мужик из Латвии. Ну, сначала он, знаешь, так сказал Евгений. Я говорю, я понимаю, что ты русский и так далее. Вот сейчас у нас такие дела творятся. Это никак не повлияет на наше общение. Я говорю, Олег,
Моя задача — людей чинить. То есть вот это, что я люблю, умею и хочу делать. Мне не важно, из какой ты страны. Люди, вот помнишь, как мы говорим, да, то есть они есть и евреи, и люди. Все они люди. Все люди. Поэтому, говорю, проблем не будет. Почему я только евреев назвал людьми? Видимо, они больше платят. И я так не пожалел, что мы с ним так хорошо подружились, потому что он за 2 месяца скинул 30 килограмм. И мы задокументировали это в видеозаписи. И самое прикольное, 3 месяца после завершения программы мы делали видеоотчет, где он рассказывает, а теперь у меня не 100 килограмм, а 99 или 98. То есть у него не пошел вес обратно вспять, как обычные люди боятся из-за того, что часто скидываешь, там быстро скидываешь, все это возвращается. А ситуация стабилизировалась. Так вот, я очень долго подвожу к идее, но просто чтобы понять контекст того, о чем я буду говорить. Недавно была запись 2-й серии реалити-шоу, вот 2-го сезона, где мы набрали... Это уже другие люди? Это уже другие люди. Угу. Тех мы провели, они получили свои результаты, они... То есть все, как бы там эта серия закончила была. Тут мы взяли других людей, и у одного из участников, оказывается, он 5 лет сидел на медикаментах от гипертонии, повышенное давление. Угу. Хотя парню до 40 лет, и вот Илья его зовут, он, в принципе, дал добро на все материалы о себе выкладывать. Когда я об этом узнала, он еще так, знаешь, аккуратненько там чуть-чуть шепнул и вот вообще молчал, что он все время таблетки жрет. Я говорю, а что ты, вот здесь надо выключать. Я говорю, не-не-не, я прям боюсь. Так вот на видеозаписях четко видно, когда у человека закрадывается подсознательный страх и привычка к тому, что без вот этой штуковины он вообще не жить сможет, не сможет. Да. Мы аккуратненько, он сейчас посередине программы, но мы уже аккуратненько довели его, он сегодня просто делал свежую запись до того, что он вместо одной таблетки каждый день пьет через день 1/4 таблетки, и его новый рекорд достижений впервые за 3 года, за 5 лет, он 3 дня прожил без медикаментов. То есть мы плавненько по нужным схемам очищения там, кишечника, почек. И он сегодня говорил, Жень, я только сейчас осознал, насколько это серьезная психологическая зависимость. Психосоматика, да, называется? Да, да. То есть когда... От пустышку ему какую-нибудь подкидывать. То, что... Не, ну там, конечно, не пустышка, но давление может сбивать. Это можно проверить. Но я к тому, что наша... Вот даже сейчас я занимаюсь, у меня тут столько всего изменилось, что я даже, ну, сейчас расскажу по порядку. Занимаюсь глазами, я обнаружил следующее, что все труды наших академиков, которые тренировали, которые как-то пытались лечить проблему близорукости, дальнозоркости, заканчиваются примерно в 70-х, 80-х годах, с моментом изобретения лазерной коррекции. Как только пошла финансовая составляющая медицины, а именно возможность продать общей массе что-то быстрое, что-то неважно, насколько оно глубоко решает проблему, но корректирует оно неплохо. Все внимание многих ученых, даже очень добросовестных и очень крутых, умных и так далее, было перенесено в эту точку. И все самые, скажем так, продуктивные исследования в плане первопричин закончились в 70-х, 80-х. Я был в шоке. После этого люди изучали только варианты, как сделать по хитрожопе лазер, чтобы тебе в глаз порезать. Ну, то есть, и как у вас... вариант, даже знаешь, это не то, что манипуляция, это очень хороший бизнес. Бизнес, это как прям, бизнес. Это да, это вот ты подсаживаешь человека, что ему? Дать возможность, знания и навыки, как себя поднять на ноги и, ну, не то, чтобы там быть бессмертным, не болеть, но как минимум меньше обращаться за не совсем такими нужными тебе таблетками. Даже вот, знаешь, доктора говорят, если там простуду не лечить, через неделю она проходит так же, как и, ну, у меня друг на медфаке учился. Ну, организм, потому что работает. Да, да, да. Ну, просто мозгу нужна обманка, что ты что-то делаешь, вот они дают там тебе эти, там, извините меня, орбидол, не буду рекомендовать или не рекомендовать. Но, и вот тут ты как раз вот смотришь, думаешь, боже, насколько действительно вот эти гигантские транснациональные корпорации, а именно еще фармкорпорации, зарабатывают и тоже немножко, мы же альтернативная история, да, и подсаживают население на свой контроль. Потому что у людей, кто не просто не прошел там мою программу по здоровью, а вообще далек от понимания того, как можно там почистить кишечник или что такое там здоровое питание, у них вера в эти таблетки как просто вот выше, чем у самых святых людей в Господа Бога. Понимаешь, да? Ну, наверное, тоже вера же не просто так, если помогает. Единственная что-то... надежда. Да, да. Единственная надежда. Это альтернативы, и это хоть маленький костыль, который двигается дальше. Вот, да, но... костыль. То есть не первопричину, избавляемся не от первопричины, что из-за чего там пошло все, а просто приглушаем, ну, например, как обезболивающие, да? Да. Дают да. тебе, о, вроде... Не болит там почка или там легкая, не болит. Не болит, ну вот на пару дней хватит, а там еще и пока будут витаминки. Ну и вот, кстати, если вот вольнодумец претензии к тебе вот в этом плане какие-то предъявлял, да, вот по программе, не пройдя программу, я, ну у нас
тут были какие-то там недопонимания, и в телеграм-канале очень много было сообщений вот, относительно меня и вольнодумца. Вот. И люди у меня в телеграм-канале писали, вы заходили на сайт Джона Коннора, вы видели отзывы, которые оставляют реальные люди по поводу там его программы. Там больше сотни отзывов уже. То есть, ты понимаешь, ну вот вы просто так сейчас вот говорите, вот да он это, он то, да, вот просто огульно говорят. А вы почитайте отзывы-то, это которые пишут реальные люди. Да, да. Вот. Что самое интересное, это то же самое, вот я говорю, как в нашем магазине, вот рубахи из льна, говорят, да ну это китайская ерунда. Люди ни разу не покупали, даже в шоурум не приехали, не потрогали, из какого материала вообще у нас продукция. Говорят, да это ерунда, это китайская там типа перекупы, да, ну или что-то в этом роде. В Китае заказали или там на Алиэкспресс и поставили у себя в магазине. То есть люди думают какими-то вот такими стереотипами, как будто, ну, понимаешь, альтернативная публика, они ищут везде подвох. Да, да. Да, они думают, что их вот здесь обманут, их вот здесь обманут. И говорят так, ну, коммерсанты, коммерсанты, вы коммерсанты. Наобжигались в 90-е, в 2000-е. Может наобжигались. Быть. МММ, ты помнишь, я еще хоть маленький был, но помню, как там соседи, родители там. По-моему, благо родителей немного, но соседи вляпались прям по небалуй. Обманывали просто людей часто, и, конечно же, опасность, и опаска, точнее, всегда есть. Но тут, конечно, дорогие друзья, что с альтернативной историей, что с любыми другими увлечениями, очень важно, прежде чем делать финальные итоговые заключения, то есть вещать истину в последней инстанции, хотя бы разобраться в вопросе. Ну что, собственно, мы с тобой как бы и пытаемся делать в наших сферах. Ну да, слушай, а вот ты начинал, когда вот я у тебя... курс проходил. Это было сколько? 3 года назад, да? Ой, это 4 даже было, по-моему. 4 мы с тобой года. Год пообщались, и я тебя помню, как еще по WhatsApp-сообщениям, ты такой, да, ну интересно. Ну, вот у тебя что-то развивается, как-то дальше пошел, какие-то новые методы, может, у тебя Слушай, появились. Ну, конечно, конечно, вот то, что мы с тобой... То есть, совершенно небо и земля, да? А, ты знаешь, костяк остался тот же, потому что, по большому счету, вот все, что я условно изобрел вот в этой программе, я взял комбинацию различных методик, которые, на мой взгляд, имели несовершенство. Попробовал их на себе, убедился, что вот здесь, да, действительно, кишечник хорошо, ну, там паразиты вот здесь никак не уходят. Вот я сдаю анализы, я понимаю, что это оно не работает. Как бы ты там долго это, допустим, не делал и так далее. Потом, вот эта вот методика, она работает, но она жестковата. Надо ее усовершенствовать, чтобы она была получше и так далее. И в итоге костяк я сформировал правильный с самого начала, то есть последовательность для достижения хорошего эффекта. Мы же с тобой сколько тогда? 20 или 25 скинули килограмм? 20 килограмм. 20 килограмм. Ну, за 2 месяца, вот кому не скажи, это 30 килограмм, это, вот, на мой взгляд, это вот прям супер круто. 20 килограмм многие считают вообще фантастикой. Но ведь главное все равно не скинуть, а именно оздоровиться. Самочувствие, да. Да. Это вот. Как скидывание килограммов, это всегда, я говорю, это приятный бонус. Приятный потому что бонус. Его скидывают эти приятно. Килограммы не все подряд. Вот, например, мне, ну как бы, куда мне скидывать, да. Я вот как бы в оптимальной форме, поэтому в основном ребята, кто стройные или даже худые, они там убирают там 3-5 килограмм максимум, и то потом восстанавливается их масса. Так вот, и уже вот мы с тобой начинали, у меня даже еще канала по здоровью не было, с того момента, как мы с тобой прошли программу, почему я тебе до сих пор еще предлагаю, если что, приходи сейчас, это намного комфортнее. Через этот курс прошло около 5000 человек. Это огромнейшая вообще выборка с анализами до-после, с результатами до-после, с видеоотзывами, откуда они берутся, я же их не просто рассылаю. Типа. Хотя подписчиков у тебя почти что 400 тысяч. Да, да, ну понимаешь, одно дело как бы посмотреть на диване под пивко про закопанные дома или Таиланд, а другое дело взять в руки себя и начать что-то делать. Это же, ну как бы, требует действий. То есть, да, очень, 1%. 1%, но, знаешь, это все равно, я очень благодарен тем, что я занимаюсь альтернативной истории, потому что, понимаешь, осознание того, что ты повлиял своими действиями на даже 5000, на жизнь 5000 человек, а я без ложной скромности могу сказать, что 4 ребенка родились у бесплодных пар после прохождения 2 курсов вот моей программы. То есть у меня есть даже отзыв, как говорит, Женя, спасибо, у нас вот что мы только не делали, там туда хрень лазили, так делали, там все, не вариант. И тут 2 ребенка, соответственно, вот Николай и Валентина, по-моему, жену его зовут. Вот, и... Ты крестным не стал? Ну, как предлагали, но я как-то так пока. У меня весь мир мои крестные дети, грубо говоря. У меня такое мировоззрение очень обширное. Так вот, к чему я хочу довести. Благодаря тому, что очень много людей прошло сам курс, я смог его максимально по просьбам, по пожеланиям вылизать так, что сама структура осталась
такая же, но подходы уже очень мягче стали. Угу. То есть, и в принципе, как таково, помнишь, отварчик у нас был хороший, угу. Мы его тоже там дополнили, там систематизировали. И вот этот вот чеснок там получше угу. сделали, который у нас был. И сама фунготерапия. Добавилось много крутых, но таких ништячков, которые помогают людям пройти, ну вот даже... Блин, нельзя говорить про диабет второго типа, нам ассоциация медиков запрещает. То есть, вот, кстати, реальный момент, дорогие друзья. Если что, потом вырежем, или не вырежем. Когда мы сдавали документы на проверку в ассоциации заслуженных врачей Российской Федерации о том, что моя программа работает, mm-hmm. ну это как раз после вот этого конфликта с Мишей, чтобы хоть как-то, ну как бы меня спрашивают, а с чего ты вдруг занимаешься этим? Я mm-hmm. говорю, вот я просто, скажем так, исследователь, изобретатель. А вот люди, вот 2000 человек, у них ассоциация, у них есть дипломы медики, вот они проверили этот курс, и даже сын председателя правления этой организации прошел через программу, угу. то есть я говорю, я бесплатно тебя проведу, угу. вот, чтобы вы убедились, что я не прикалываюсь абсолютно. И одобрили. Так вот, они мне написали в одобрении, хотя я предоставил им отзывы 5 людей о том, что диабет второго типа уходит. Говорит, не-не-не-не-не. Так вот, нельзя, да? Нельзя. Говорит, то, угу. что мы тебе даем одобрение, это уже большой шаг для угу. медицины. Понимаешь? Мы все прекрасно понимаем, о чем ты говоришь и что ты делаешь. И на самом деле для высокопоставленных господ подобные методики рекомендуются, потому что они, естественно, натуральные. Слушай, на инсулине очень много подсажено, и это что? Это бизнес? Там, смотри, есть, скажем так, такая болячка, ну, мы можем немножко пообсуждать, которую я пока не вправе говорить, что ее можно победить. Это диабет. Диабет первого типа. Угу. Не вправе, не потому что я боюсь, а потому что еще не нашел ключей. Угу. Вот, то есть диабет первого типа – это пожизненно ты колешь инсулин в себя. Угу. И он действительно неизлечим, если посмотреть его конфигурацию, у тебя просто вот эти вот клеточки, островки Лангерганса, они просто сдохли. И сама по себе поджелудочная не вырабатывает инсулин. Угу. И ты внешней доли дозу вкалываешь, которая проводит, соответственно, в клетку глюкозу. А есть второго типа и преддиабетное состояние. Вот у нас у одного из участников реалити-шоу, как раз у того, кто с давлением, оно очень сильно взаимосвязано. Давление, лишний вес, преддиабетное состояние. У него как раз предкурсор второго типа диабета. Угу. И там логика немного другая. Там тоже постоянно тебе дают определенные таблетосы, но у тебя еще своя поджелудочная жива, у тебя, грубо говоря, просто... Организм настолько внутри, по лимфе, настолько засорен и замусорен, что нет возможности к усвоению и проникновению даже самого инсулина. Ох, не буду сейчас рассказывать, а то потом медики докопаются, доформулировывают и так угу. далее. Короче, это диабет второго типа решается очень легко путем коррекции питания, снижения лишнего веса и несложными комбинациями фунгопрепаратов. Фунгопрепараты – это вышебазидиальные грибы, которые используют онкологи всего мира для решения даже онкологических заболеваний, не говоря уж о там, таких вещах, как диабет второго типа. Но даже несмотря на то, что мы показали видеозаключение, ну как видеоотзыв человека, я не могу там, чтобы доктор мне расписался, анализы до, после, вот она говорит, вот у меня показатели инсулина, а вот у меня стабильно все без медикаментов, мне пожизненно прописали пить. Нам сказали, не-не, вот, Жень, с этим не будем подписывать. Я понимаю, о чем ты, но пока это рано. Ну, посмотрим, да. что будет дальше. Угу. Но в любом случае, знаешь, я считаю, что как минимум сейчас, вот в нашей ситуации с отечественной медициной, я знаю, просто там есть и очень, скажем так, честные, качественные профессионалы своего мнения, которые реально хотят помогать людям. И они тоже понимают, что до недавних пор и событий мы буквально были под колпаком западных вот тех самых фирм, фармацевтических, да. которые просто пролоббировали свои таблетосы и покупали все. Хочешь тебе статью про то, что отвар марвы херня, и ты отравишься, у тебя 500 их будет в интернете, и все будут подписаны определенным доктором. Потому что это может быть реально проплачено, это может быть интересно. Лобби, да? Да, да. Это вот американский стиль. Лоббирование своих интересов и так далее. Ну, сейчас вот смотри, мне кажется, прекрасно можно импортозаместить чем-то. Да. Но почему-то не спешат импортозаместить. Вот именно, опять же, как вот твой курс можно назвать альтернативной медициной? 100%. Это альтернативная медицина. Знаешь как, я бы сказал, наверное, смесь. Это альтернативный метод. Но на самом деле те способы, которые мы используем, просто если их разобрать по пальцам, например, тот же самый отвар марвы оганян, был придуман марвой оганян. А она 40-летний, извините меня, медик со стажем, работающим в больницах. Да. И она имеет вот под собой вот такую базу доказательств, почему и как это работает.
Ну, то понятно. Фунготерапия. Японцы закупают у нас тоннами эти рейши, шитаки, митаки и так далее. Лисички. И продают у себя за безумные вот эти комбинации самые дорогие лекарства. Слушай, а лисички не покупают? А лисички, кстати, это чисто наша, это, да? Это чисто наша фишка. Mm-hmm. Нигде не растут. Вот мы, когда у меня ребята из Америки или из Европы заказывают грибы, говорят, мы не можем найти лисички нигде. Хотя это самый быстрый способ избавиться от любых типов глистов. И очень легко проверяется в природе. У лисички единственный гриб, который никогда не покрывается червями. Червями. Оно же, видишь, как оно очень все нам само говорит за себя. Но нас-то от природы, понимаешь, вон, сейчас какие законы, рыбу ловить нельзя, это ладно. Но сейчас скажут, там и ягоды, и грибы уже скоро собирать нельзя будет, потому что там больше двух грибов найдешь, нужно, чтобы ты государство заплатил. Ну, то есть, понимаешь? Ну, не дай бог, конечно, Собирать там цветы, ну, в поле вышел, цвет собираешь там какой-нибудь там, ну, я не знаю, иван-чай будь там или еще что-то. Тоже сейчас скажут, нет, все, а что ты собираешь, это же государственный иван-чай, ты же его не сам... Слушай, ну мне кажется, что как минимум в ближайшие 5 лет государству очень выгодно, чтобы мы были им довольны. Иначе, если все разбегутся из городов и страны, вот я же сейчас зимовал в Таиланде, причем тоже, дорогие друзья, поймите меня правильно, это достижение моей жизни, возможность зимовать в тех условиях, в которых тебе нравится. То есть это не попытка сбежать от какого-то режима и так далее. Так вот, так там пол Москвы, там реально вся молодежь говорит, а вы что повалили сюда? Ты говоришь, что служил, что ли? Тебе сколько лет? Да мне 45. Я говорю, что ты тут делаешь? Ну, а вдруг заберут? Я говорю, ну какой там? А, ну то есть страх. Такие, знаешь, страх. Именно страх. Да, поэтому я думаю, что сейчас как раз такой жести не должно быть у нас в стране, потому что государству все-таки выгодно, чтобы мы были более сплоченные и более довольные. Вот тем, что происходит, хоть в какой-то степени. Ну, ты же понимаешь, внутри государства есть и те, которые борются разные за государство, кланы. И те, которые борются за что-то другое. То есть тут нельзя говорить, что вот государство во всем виновато. Кто-то может быть на одной стороне, кто-то на другой. Да, 100%. И вся эта вот подковерная борьба, которая нам не видна. 100%. Вот я так всегда говорю, когда, например, начинают хаять нашего, как говорится, правителя. Все Руси, теперь же назовем так, да. Потому что мы-то как бы видим, как, знаешь, вот очень грамотно уважаемый мной человек Клим Александрович Жуков сказал следующую фразу, что об истории и о правителях нужно судить не из глаз жителя этой эпохи, а уже сверху, спустя там хотя бы, допустим, 50 лет, да, когда, если особенно секретных информации не было, а лучше всего сотню, когда точно уже все рассекретили. Потому что нам изнутри кажется, что есть козел отпущения, грубо говоря, и вот он точно во всем виноват. А какие там игры происходят внутри и чем приходится жертвовать, скажем так, для более всеобщего глобального блага, чтобы нашу страну там любимую, которая невероятно просто огромная, не растерзали на маленький Монако, это вот западный как бы способ создания, да, правления. Вот наделать нам маленьких Монако, и все будут счастливы здесь. И что это будет? Где он, русский, славянский народ? Ты будешь, например, там... Не русский, не славянский народ, опять же, востоком московита, северо-востоком, и у нас даже речь будет с тобой разная. Вот, еще придумают, историю придумают кучу разную. Языков, да, кучу да. историй. Нет, все правильно. Но опять же, кто-то против имперской истории, кому-то вот это ваши имперские замашки, еще что-то. Тут, понимаешь, опять же, я вот живу, вот у меня 20 соток, да? Ну какая мне разница, что там в Москве творится, да? Вот, я в принципе вот хочу здесь жить. Не наслаждаться же, я хочу работать на этой земле, я хочу там, там я не знаю, чтобы семья у меня была счастлива на этой земле, да? Ну вот у меня не глобальная мысль. Простому-то люду хочется, это, да, счастья и спокойствия. Это обычное желание простого человека, который хочет жить, радоваться этой жизни, я не знаю, там чем-то заниматься своим делом, трудиться, вот. А меня куда-то туда вот в политику пытаются, как Миша Вольнов говорит, пусть скажет свою позицию. Да, ты сказал свою позицию. Пусть скажет как свою капитан позицию. Капитан Америка, ты сказал свою позицию. Дядь, сэр. Год назад ты вот на белом глазу перед этой камерой говорил, что все, я больше альтернативной историей заниматься не буду. У меня нет времени. Да, было дело. Ну что, тебя все равно засосало? Слушай, ну как крысы. Дорогие друзья, я такой прям сейчас красивые слова подготовил. Ну не могу я без альтернативной истории. Не, ну если честно, на то есть ряд причин. Во-первых, я, конечно, думал. Я думал, ну, монетизации нет. Мой фокус внимания на здоровье. Как бы я немного разочаровался в фэнтезийных версиях в духе Ice Peak и так далее, что я просто вижу, ну хорош, ну не так это все. Как бы, а усидчиво сидеть, делать фильмы.
и поддерживать целую команду из более чем 10 человек. У меня как бы желания не было. Но потом оказалось, что мы достаточно ловко разрулили весь процесс. Вот после оформления, вот одобрения ассоциациями заслуженных врачей Российской Федерации, ну, очень много было обращений. То есть люди прям повалили. Я месяца, наверное, 2-3 только выпускал вот наши с тобой старые ролики. Я даже ничего нового да, не да, делал. Да, я помню. Да. Ты у меня спросил разрешение. Да, да, да. Думаю, ну, хоть чем-то покормлю, хоть чем-то. А ты знаешь, а потом оно более-менее устаканилось. Мы вот придумали вот эту вот тему с реалити-шоу. Оно тоже давало хороший результат. И я подумал, блин, ну вот... Когда я слышу людей, которые записывают мне отзыв, и они там искренне благодарны, я не знаю, там за мужа, за жену, там за маму. Очень многие проходят программу сами и потом приводят свою маму. Говорят, вот позаботься, пожалуйста, а там 68 или 70 лет. Ну там, представляешь, какой комплект всего. Даже если ты никогда не бухал, не курил, у тебя там в любом случае много всего поломано. И он, когда мне говорит, знаешь, говорит, а я тебя нашел по каналу «Альтернативные истории». А я такой, знаешь, пренебрежительно думаю, ну все уже, ладно, альтернатива, я там все, что нужно, откопал, вот я буду теперь здесь. Я думаю, блин, а если бы я тогда на этом канале не сказал, не сделал бы этот фильм, там, я не знаю, про вред, например, там, наркотиков, там, сигарет, там, про пользу очистительных процедур, не заикнулся бы о программе, как бы этот человек нашел меня, починил бы себя, там, свою жену, я не знаю, родил бы сына, там, привел бы свою маму. И тут у меня складывается такое, знаешь, более глобальное впечатление о том, что по большому счету, ну, профессиональных там вот этих вот натуропатов, их пруд-пруди. Он в интернет далеко ходить не надо, доктор Берг, там, Фролов. Мне с ними конкурировать, ну, не вариант. У них слишком большая аудитория, публика и подход свой специфичный. А есть ребята, которые ну, вот смотрят альтернативную историю. Кто им донесет эту информацию, кто хотя бы заставит их немножечко посмотреть под другим углом на самые старые свои проблемы, на лишний вес, связать, как говорится, вот эти вот связи первопричинные и следственные, да, вот как мы делаем в альтернативной истории, показывают, смотрите, вот оно появилось так, потому что было так, и со своим здоровьем. Так, Жень, ты очень много сейчас вот говоришь про свою программу, чтобы не было у меня в комментариях там какого-то холивара или там спрашивать, а что за программа, как там, чего, ну, во-первых, мы оставим внизу ссылочку на эту программу. Ну и давай в двух словах расскажи, что это за программа вообще. Давай, с удовольствием. Хотя я на самом деле уже очень много и в предыдущем интервью рассказывал. Зрители новые, постоянные. Так что я думаю, многим будет это интересно. Хорошо. Тем более тот, кто хочет заняться своим здоровьем, во всяком случае. Согласен. Ну, собственно, как находят и мои подопечные, также меня через канал. В общем, дорогие друзья, в чем суть? Сделаем следующим образом. Я оставлю в описании мы с Ильей ссылочку на три важных фильма о самой программе, где рассказана ее суть и самые главные результаты, которыми можно добиться. Если вкратце, то это набор методик, которые можно выполнять в домашних условиях самостоятельно, используя природные ингредиенты, такие как целебные травы. Ну, вот как помните, у нас бабушки, например, были. Моя бабушка там прям травница была. Высшебазидиальные грибы, такие как лисички, трутовик, шиитаки, митаки, рейш, разные комбинации. И различные практики очищение печени, почек. Вот недавно из одного человека, как раз в Самарканд, когда я ездил, у меня там мой индивидуальчик находится. Вот из него песок посыпался до бажа на четвертый день. Вот он мне вот до сих пор пишет, говорит, как это, классно, говорит. Это, знаешь, камни раз... Это мелкие камни. Это мелкие камни. Да, когда они крупные, конечно, там уже надо делать УЗИ и другие методы использовать, но песок уходит вообще прям на первой неделе. Так вот, в чем суть? Это методика, комплекс методик, который я находил и собирал на протяжении 10 лет своей жизни, применял сначала на себе, потом на родных и близких, но потом уже, соответственно, друзья и интересующиеся этой программой, которую на данный момент прошли уже более 5000 зрителей моего канала, и которая включает в себя натуральные ингредиенты, то есть витамины, травы, грибы целебные, соответственно, различные практики очищения, значит, жидкого питания, работа с питанием обязательно. Вот это вот очень важный момент. На питание. Ну, и самое главное, как говорят, это ты, это то, что ты ешь. То, что ты ешь, да. И самое главное, это все в совокупности, когда ты делаешь один, например, из вариантов. Ну, кто-то, например, бросается в крайности и говорит, все, я теперь ем только свежие фрукты. Это, конечно, неплохо, но это не для России, для января, вот честное слово. Это когда в Таиланде ты на месяц приехал, там ты можешь пошиковать. Тут зимой яблоки даже нельзя купить нормально. Именно, да. Поэтому мы без фанатизма и без какой-то, знаешь, вот такой вот ложной веры там в зеленое там великое будущее. У нас есть определенные процессы в организме, которые хочешь веришь, хочешь нет,
но они проходят. Это вот как вот, ну, телу наше хочешь, будет спать. Вот ты можешь верить, что ты можешь без сна, но ты без сна не проживешь равно, больше 5 дней. Без воды, окей, на моем опыте 14 дней было без воды, но все равно ты будешь пить воду. А без воздуха так и 10 минут не протянешь. И вот такие же процессы есть в нашем организме. Если нашему телу помочь избавиться от шлаков, токсинов, но это такое, знаешь, обширное понятие, короче, от всего того мусора, который образовался из-за неправильного питания, из-за различных болезней, заболеваний, там, вирусов, грибков, гельминтов, вычистить всю эту хрень достаточно быстро за там 1.5-2 месяца, то по выходу ты получаешь не просто, там, скажем так, более, меньший вес, лишний, там, более там, здоровое тело, больше сил, у тебя энтузиазм и ход мышления, как, я не знаю, как у студента, когда тебе интересно все познавать, когда тебе, у тебя есть силы, когда ты более радостный, то есть когда ты не вот такой вот, ну все, еще один новый день, надо дожить его до конца и все. То есть ты чуть-чуть просыпаешься. А ведь такие люди есть в 35 лет, допустим. Да, есть и в 20 лет. Если которые там уже ничего не хотят, понимаешь? Есть. Это бывают разные, да. Тут возраст, он, конечно, не причина. В основном зашлакованность нашего организма, она как раз, чем больше токсинов, тем хуже идет питание внутренних тканей, внутренних органов, и тем, соответственно, хуже функционирует весь организм. А внутри ты себя ощущаешь, как будто, ну все, тебя все придавило, тебе все не в кайф, тебе все не нравится. И вот так вот, по большому счету, человек не осознавал того, он, ну, как бы теряет свою жизнь. Ну вот, а коньячком можно кровь разогнать, да, там от бляшек? Ну, это, знаешь, точно так же, как и, например, бензином разогреть себя. То есть это в моем представлении, ну, как минимум, я спиртом натереться хоть можно? Натереться можно, но есть только натереться. Хотя мы рекомендуем водные настойки, они максимально эффективны и безопасны. Так вот, дорогие друзья, значит, по факту, все то, о чем я рассказал, очень удобно сделано сейчас. Если раньше я вел вот группы, как мы с тобой, например, общались, то сейчас это все сделано в Telegram-боте, в специальном приложении, который каждый день, ну, после, соответственно, распаковки курса, будет выдавать вам дозированную порцию информации, чтобы вас не перегружать, а хватало нужной информации. То есть что ты должен делать сегодня? Да, сегодня, завтра приготовьтесь то-то. И самое главное, помимо просто инструкции к действию, будет давать те фрагменты, те уроки, те знания, которые дадут другую картину мира. То есть, например, почему должна быть вода? Помнишь, я вот зашел, тебе руки помогут. Ну, так, да, смотри, да. У тебя там минералы, железо прям уже ощущается. Надо такие. Я же сделал, как это называется, анализ воды. Да. У меня вот я тебе без анализа. Да, жесткость повышенная, повышенное содержание железа, повышенное, да, это есть. Как в Питере, прям такая же. Так вот, и эти банальные вещи, они просто, если ты их вот прочитал, запомнил и делаешь... Ну, вода — это основа, да? Это основа. Это основа. Это как вода, потому воздух. Потому что пьешь, да, ты много, да? Пьешь ты много в любом случае. Вот что бы ты ни пил, вода должна быть хорошей. Вот, поэтому эти базовые моменты, они просто позволяют тебе не постоянно там какие-то курсы, там программы проходить, чиститься, а просто жить и не загрязнять себя достаточно долгое время. Ну и, соответственно, как бы я не могу говорить за всех людей, кто выпускники нашей программы, очень большая, скажем так, процентная доля тех, кто остается придерживаться этих правил, и они скидывают отзыв там после, проводят родителей. Вот в частности в реалити-шоу мы попытались это показать, как себя чувствуют люди в процессе, после прохождения, ну какие трансформации у них есть. Но я лично сам придерживаюсь этих достаточно несложных правил уже 10 лет. И вот мне исполнилось недавно юбилей. Мне уже 5-й десяток я раскрыл. 40 лет мне исполнилось. Поздравляю. Благодарю. Вот, собственно, как говорится, чувствую себя прекрасно. И все то, о чем я говорю в самом курсе, я прежде всего проверял это на себе, чтобы почувствовать и уже долгосрочно посмотреть, как это действует. Ну а после одобрения, соответственно, более-менее официальных медиков вот этой ассоциации, то это тоже дало небольшую уверенность в том, что, смотрите, у нас как бы и с той стороны немного люди все-таки думающие есть, они понимают, о чем мы, они за нас. И да, мы не противники, мы не перетаскиваем на друг друга одеяло, а мы, в принципе, за то, чтобы, говорится, людей, нацию нашу немножко поднять. Да не то, что нацию, вообще из любого точки мира. Поэтому этот курс могут пройти, в принципе, любые люди, которые понимают русский язык, она интернациональна, то есть из любой страны, мне в Таиланде ребята вот сейчас проходят. Она, помимо самой программы, понадобятся ингредиенты, сразу скажу, но они несложные, и они на 2,5 месяца, там примерно по 300 рублей в день, короче, грубо говоря, будут ваши траты, если вот так вот разбить. Ну, купить это все можно спокойно. Это все купить можно либо самостоятельно, в аптеке, в разных магазинах. Я дам ссылку, либо можно найти по месту жительства в похожих магазинах, чтобы состав был такой. Ну, то есть, если должны быть гриб-лисички, то
то ты должен найти гриб лисички. Ну вот, например, английская соль, это как называется? Магнезия, сульфат магния. Сульфат магния. Эпсон салт. А вот есть же большие бочки такие для ванн. Тоже подойдут? Если по составу по то же самое, то подойдут. В основном это коммерческий ход, когда они делают такие пакетики. Пакетики по 75 рублей, по 100, а вот такая бочка 1000 стоит. Да. Мы тоже с этим сталкивались. Сначала думали, что, наверное, там что-то по-другому. Не-не, состав тот же самый. Вот, ну, либо если там нет возможности все это там по отдельности заказывать, можно через службу доставки нашу заказать. А, у тебя есть уже готовый. А девчонки мне сидят, они просто очень много народу, ну, кому неохота там, я не знаю, там сэкономить там 5000 рублей, а они все это покупать из разных доставок, к тому же там по времени, по... мы просто формируем пакеты, ну, соответственно, девчонки на окладе, там все через чек пробивается и отправляется как служба сборки в любую точку страны. Ну, то есть у тебя уже так все серьезно стало, мы, в принципе. Мы ООО собираемся открывать вот уже вот в следующем месяце, то есть собираемся привлекать инвесторов для того, чтобы, ну, не я вдвоем с моим партнером, мы 50 на 50 работаем, а вот все это тянули, а чтобы у нас были, ну, реально уже как бы грамотные люди в этой сфере и специалисты из этой сферы тоже. И у нас такие, знаешь, планы серьезные и ретритный центр открыть, куда могут люди приезжать. Может быть, не на 2 месяца, но хотя бы на 2 недели, чтобы прям в крутых условиях все это провести под надзором специалистов. Где? В Таиланде? Хорошо бы в России и хорошо бы в Таиланде. В России для, скажем так, нашего люда. В Таиланд, если, например, ты починил какому-нибудь руководителю предприятия, то ты понимаешь, он потом приехал, сказал, так, говорит... Я вам сейчас сам открою. Друзья, сейчас, говорит, все будет. Я знаю, как надо. То есть, чем больше власти у человека, и если ты перевел на светлую сторону, то тем больше людей под ним смогут перейти на светлую сторону. Поэтому у нас перспектива очень большая. И опять же, если кто-то из твоих зрителей захочет с нами сотрудничать, есть какие-то интересные предложения, тоже, пожалуйста, пишите. Я оставлю и телеграм свой, и имейл. Это можно обсудить. Естественно, предварительно, пожалуйста, изучите все-таки то, с чем мы делаем. Ну и в конце, чтобы уже перейти дальше на нашу основную тему. У нас есть 4, скажем так, направления, в котором мы работаем. Первые 2 курса очищения, я их, ну, корректно их назвать общего оздоровления, потому что первый курс, он решает вопрос камни, почки, печень, чистка кишечника, чистка лимфы и гельминты. Это вот те самые лисички, про которые мы говорим. Вот. И второй курс, он другой, он невозможно замешать все эти ингредиенты. Разные курсы. Разные курсы. Это вот помнишь как раз то, что я говорил, что хорошо бы пройти еще антигрибковый курс, курс против низших грибов, типа там кандида всякое, вот это вот, что очень любят, особенно наших женщин, кушать. Усиление иммунитета и выведение тяжелых металлов. Ну, например, пришел к тебе Джон Коннор, напился без фильтра воды много месяц, и вот все, что у него заржавчина осталось, можно этим курсом вывести. Потому что не всегда наше тело, особенно на грязный кишечник, справляется с этим само. Ну и вот в завершение, прежде чем я наконец-то оставлю эту тему на автомате, потому что я уже, знаешь, когда ты 5 лет одно и то же говоришь людям, с одной стороны, отзывы тебя очень сильно вдохновляют. Поэтому, ну, когда видишь результат, конечно. Да, поэтому, дорогие друзья, кто вот смотрит меня по каналу Председатель СНТ, пожалуйста, напишите сейчас отзывы в комментарии, кто уже проходил мой курс. Мне будет очень приятно это почитать. Обещаю, я каждый вот комментарий под этим видео лично проверю и отблагодарю вас, соответственно, ответом. Но в целом я уже все, что мог сделать в программе очищения, я вот уже, ну, я создал, я сделал. Хочется уже идти двигаться дальше, и чтобы не оставлять людей одних, знаешь, вот как бывает, например, курс ребята прошли, а потом непонятно, чем питаться, да, а что потом делать непонятно, например, похудел сильно, как там мышцы набрать и так далее. В итоге мы сделали еще 2 курса. Курс по питанию, который на месяц расписывает, здесь внимание, на каждый день 4-разовое питание из продуктов, которые максимально полезны, то есть без глютена, без дрожжей, там, без всех вот этих химикатов. И самое главное, которые можно найти у нас в России. Не какие-то там хитрожопые фрукты, которые выращены там, я не знаю, вот поподробнее, что значит за курс? То есть также на бот Телеграм, ты встаешь, а тебе там с утра надо съесть то-то на завтра, а тебе прям каждый день выдается, говорит, здравствуйте, добро пожаловать в курс питания, значит, вот приготовьте следующие ингредиенты, с завтрашнего дня мы начнем выдавать вам рецепты самых ваших любимых блюд, только из полезных ингредиентов. Ну это поваром надо стать, нет? Или это просто? Ты знаешь, моя мама, там, девушка, мои друзья, все готовят. Это сделано специально так, чтобы обычный мужик, которому нет... То есть проще, чем пельмени сварить? Ну, примерно так же.
крайней мере, это не заморочено. То есть там нету вот такого, знаешь, когда покупаешь курс, и тебя там, давайте эти орехи сюда, отделить белок от желтка, желток взбить. Да, да. Или, например, когда вот эти сверхзеленые смузи, они, безусловно, полезные, но все уже закормились. Ореховое молоко. Там у нас есть пицца, у нас есть бургер, у нас есть стейк из брокколи, правда, но он невероятно вкусный. Зайди в следующий раз ко мне, я тебя обязательно угощу. Даже хлеб, который делается 40 минут, я тебе пришлю, кстати, рецепт, я тебе подарю его. Пускай Анжела попробует, серьезно, тебе реально подарю его. Потому что мы только-только вот закончили делать его, у нас презентация была 20 апреля, кажется. Пускай она попробует, скажешь свою рекомендацию, как тебе понравилось. Может, я думаю, ты оценишь. С удовольствием. Причем... Но на нем не похудеешь, он такой прям плотненький. А это когда ты уже прошел программу очищения, то там уже можно нормально... Набрать, да? Вот, и, ну, энергии. Чтобы просто, знаешь, очень многих людей впечатление такое корявое складывается, что когда ты занимаешься здоровьем, ты себя сильно ограничиваешь. И вот... Чтобы не повторять подряд, я просто этим курсом показал все, чем я питаюсь, насколько это разнообразно, если это сделать самому дома. Люди боятся поменять свое привычное, как это сейчас называется, ну не бодипозитив, когда ты себя не травмируешь какими-то переменами. Ты привык жить так, вот так, и не хочешь выходить за рамки вот этого своего комфорта, за рамки комфорта именно не хочешь выйти. Хотя попробовать что-то новое, это... Почему-то люди боятся попробовать что-то новое. Слушай, ну я вот с мамой сейчас занимаюсь, мы работаем, как это сказать, есть такая техника, я ее сейчас пытаюсь осваивать, для развития мозга. Ну ты знаешь, как стареет человек? Он стареет не всегда от износа тела, он стареет от того, что у него мышление костное становится. И чтобы поменять мышление, нужно там связи определенные простроить и так далее. Это целые есть доклады о том, как костность ведет к увяданию. То есть попытка, помнишь, у нас в детстве, нам что-то новое покажи, если мы заинтересовались, дай попробуем, интересно же. А чем дальше мы такие, да ну уже неохота, да уже, что-то там это самое. И вот наша задача, вот это уже такая, знаешь, уже момент уже психологии больше, или вот работа, как это называется, институтом мозга и сознания, стараться все-таки развивать себя так, что какие-то интересные вещи, которые ты прям чувствуешь или в твоей теме, пробовать, не бояться пробовать новое. Особенно, когда, если тебе говорят, как говорится, уважаемые господа из уважаемого тобой канала. Вот знаешь, я заметил, что люди в старости, которые занимаются умственным трудом, да, они живут дольше. Они живут дольше. Они живут дольше. Вот как будто у них есть заинтересованность, они как-то анализируют, работают. Им когда хочется жить, да. Мозг работает, который уже, ой, мне бы сейчас полежать, мне бы сейчас посмотреть какие-нибудь Санта-Барбару там на основных каналах. Конечно, мозг атрофируется и, видимо... Вот в этом направлении я и собираюсь дальше копать. Именно работа мозга и работа со зрением. Это интересно. Но это пока, знаешь, я даже говорить сейчас об этом не буду. Это очень труд моей жизни, особенно работа со зрением. Если это получится, мы изменим этот мир раз и навсегда. Ну хорошо. В любом случае, мы все ссылки оставим в описании. Да. Планы. И скидка для твоих зрителей. Я договорюсь обязательно. И скидка. Да, да. Ну, специально в честь 9 мая, хоть мы, наверное, не успеем 9 мая выпустить. Но у нас сейчас 9 мая. У нас сейчас 9 мая, вот поэтому почему бы нет. Да. Хорошо. Дальше, что я хотел. Какие-то планы, вот ты сказал, хотите открыть и в Таиланде, и хотите открыть где-то в России. А в России, ну где-то там, на Алтае или в Крыму. Да, Крым, да. Алтай. У меня сейчас проходит индивидуальное сопровождение как раз Евгений, вот возможно он тоже смотрит наше интервью. Он строит, ну как сказать, поселение целое, то есть у него опыт десятилетней давности, насколько я понимаю, мы ездили уже на Алтай, смотрели типа землю, эко-поселение. Эко-поселение. И очень прикольно встречаются такие люди, вот даже в Таиланде я познакомился с Вадимом Гермес, он сейчас проходит у нас реалити-шоу. Кстати, 6-кратный чемпион кикбоксинга, муай-тай точнее, если быть точным, на веганском типе питания, занимается очистительными практиками и высоко духовно развитый человек. Очень интересное сочетание кикбоксинг, точнее муай-тай, где ты делаешь котлету из персонажа и духовные практики. Так вот, у них там тоже есть целое сообщество, которое, знаешь... Они выкупают землю и строят не вот такие вот вилочки, знаешь, там типа побогаче, подороже, приехал, продал, а, как говорится, единомышленников. То есть люди, которые ну, уже знают, что алкоголь это как бы утопия, сигареты уже не тянут, да, зачастую и мясо уже не едят, но, допустим, это еще как бы на выбор каждого. То есть людей, кто стремится к саморазвитию. А там все-таки, знаешь, я очень люблю свою страну, но, конечно, когда у тебя... Красивое, круглое, круглый год, ясное солнце, хорошее море, свежие фрукты, природа. Это немножко подкупает. И, конечно, дачу бы иметь в Таиланде, это было бы очень круто, на мой взгляд. Но это потом. Сначала обосноваться здесь, потом уже
Так вот, планы, да, планы большие, но для этого, видишь, своих собственных денег как ни копи, ни крути, ну, не да. хватит вообще никак. Конечно. Мы вот сейчас разрабатываем план, стратегию развития вот всего нашего дела именно для инвесторов. Привлечением инвестиций, долевого участия. И даже не если, а когда это получится, то есть это будет очень крутой проект. И я с удовольствием приглашу тебя с женой к нам на недельку в гости потусить, вообще просто поотдыхать. Это будет очень круто. Ну и буду делиться всеми достижениями в, соответственно, своем канале, и дай бог, может, мы еще там за традицию возьмем раз в год делать интервью. Ну нет, а я думаю, раз в год это неплохая традиция. Особо от тебя никто не устанет, да, там за два часа. Если нас, конечно, церковь, медицина или политика не прикроют. Ну, я думаю, мы достаточно корректно все это рассказываем, поэтому... Ну, в общем, планы у тебя не куда-то уехать, да, как вот многие новые блогеры говорят, там, пора валить, ну, да, пора да. валить. Слушай, ты знаешь, когда вот это все началось, ну, тоже молодежь повалила, ну, как я 40 лет, можно сказать, на границе, да. Мне мама еще так сказала: Жень, так даже обидно, блин, если все так повалили, то кто же, блин, ну, страну будет защищать, а вдруг чего реально? Я вот реально так думаю. А оно же, конечно, о своей жопе-то беспокоишься очень сильно. Ну, если честно, я вот сам занимаюсь здоровьем. Почему? Жить хочется. Ну, как бы, хочется жить. И не дай бог, конечно, попасть вот в какие-то такие заварухи. Но, с другой стороны, есть что-то, что вот как бы отличает тебя от животного, который на инстинкте самосохранения всегда существует, да, как бы до человека, который понимает, что вот если твоей родимой там стране, местности, ну, как бы нужно твое посильное участие, вот чем ты можешь быть полезен этому миру, не просто ты как истукан тут стоишь или там моешь машину и так далее, вот, то как бы здесь, мне кажется, вот ближайшие 5 лет будет, знаешь, самое время как раз для развития людей, которые способны что-то дать этому городу, этой стране, этому миру. Даже вот, знаешь, я немножко тоже вкратце скажу, я очень уважаю твой проект, то, как ты начал восстанавливать вот эту традицию и культуру русской одежды. И особенно, глянь, как оно удачно сложилось. У нас уходят все вот эти фирмы, Gucci, Dolce, Gabbana. Да. И реально, вот смотришь на эту рубашку, это же не складывается рубашка, что ты это самое, себе, как это некоторые ребята там русскую одежду одевали, мешок одел на себя, перевязал ниткой и пошел. Ну, вот именно это стилизованное. И опять же, это корни наши. Это корни, да. И вот хочется, знаешь, как бы и корням ближе быть, ну, и как бы что-то благодарное для них в ответ сделать. И ты заметь, у нас же нет вот тоже вот вышиванок, да, вот да, таких вот да. прям вот народных костюмов. Нет, я вот повседневно хожу. Современная, видно, что у нас, как говорится, с оттенками, то есть корни есть. Поэтому, блин, и вот если мне на канале кто-то гонит на предсельмак или что-то, я сразу, знаешь, в бан, в топку, ну, вообще просто улетает сюда. Ну да, да. Но ты знаешь, всегда, когда твое производство, это всегда связано с массой проблем. Ну, я уже не говорю там о налогообложении. Никто же не пытается помочь этому бизнесу. Вот я в Павловском Посаде. Мы покупаем на фабрике павлопосадские платки реальные, они очень дорогие, очень дорогие. Мы по скидке покупаем, и то есть даже можем сшить жилетку, и получится, что дешевле павлопосадского платка эта жилетка идет. Но нас никто не поддерживает, там мэр Павловского Посада, никто. Вот, понимаешь, абсолютно нет никакой поддержки с другой стороны. Поэтому пытаемся сами, вот что можем, то и делаем. У нас производство... Три швеи. Три швеи, шоурум небольшой. Ну, ты не был там на Курской у нас? На Курской. А, по-моему, я разочек был. Вот. Я же там что-то то ли забирал. Ну, я понял. Да, небольшой абсолютно. То есть, там, если кто-то думает, да у него там магазин на Садовом кольце, это на 4-м. Дом президента. То есть это совершенно небольшая, ну, коморочка, там 20 квадратных метров, где можно прийти, просто потрогать материал, посмотреть, заказать. Там вас могут обмерить. Вот. Ну и потом обзывают же люди. Слушай, ну завистников я тебя обзывают, прекрасно понимаю. Обзывают барыгой, да. Все, он перестал там быть исследователем, он стал барыгой. Ну, есть такие. Есть я такие. Привык уже, честно говоря. Раньше мне было обидно, сейчас, конечно, я просто эти комментарии, ну, пролистываю. И потом, ведь уже много зрителей приобрели одежду, и она действительно качественная, и люди понимают, и наоборот пишут благодарности. Это, конечно, вот тоже мотивирует на то, чтобы заниматься этим делом. Знаешь, я в прошлой жизни, ну, не в прошлой жизни в плане там реинкарнации, а до того, как я стал блогером, у меня был такой свой небольшой музыкальный
можно сказать, интернет-магазинчик, ну или сайт, наверное, это больше назвать. Я много занимался гитарой. Угу. Так вот, в гитарной теме, когда ты там очень круто что-то быстро, красиво играешь, выкладываешь, типа, пацаны, смотрите, как на Западе, как те музыканты. Угу. А у нас же эта тема только поднимается, угу, поскольку электрогитара, это, в принципе, как бы больше западное веяние. Угу. То вот один человек скажет, да, круто, и человек 9, да, не, фигня, здесь звук. И самое главное, вот те, которые говорят, что это все фигня, может быть, если они брали гитару в руки, то раза два-три. У нас, знаешь, есть такая черта народа, она не то чтобы плохая, она особенная. Она особенная. Везде ставить свое авторитетное мнение, получить что-нибудь на халяву и желательно как бы побыстрее. Но, с другой стороны, я вот еще с того момента заметил, что если концентрироваться и обращать внимание на тех, кто дает позитивно, тех, кто попробовал, uh-huh, вот, конструктивно воспринимая критику, вот как мы улучшаем uh-huh программу, например, да, мы говорим, окей, это доработаем, работаем над этим, главное самосуть, как бы оберточка тоже у нас будет хорошая и так далее, то вот эта вот человеческая благодарность от довольных пользователей, uh-huh, она на самом деле очень сильно подпитывает и позволяет это делать. Абсолютно, знаешь, да. Я уверен, что да, у тебя да, такие да, точно есть, дорогие и друзья. И тоже от хороших позитивных комментариев, да, да, когда да, ты видишь, что я там всем сердечки ставлю. О, а давай так, дорогие друзья, напишите сейчас в комментариях, я вот сегодня про себя уже попросил, кто пробовал мою программу, кто покупал у Ильи какие-либо товары из Прицельмага. Вот просто напишите, вот не поленитесь, давайте поддержим, у нас же дискус да, пошел такой по душам уже просто, а наболевшим, так сказать. Типа, покупал, что понравилось, что не понравилось. Вот прям ничего не будем редактировать, ничего не будем стирать, все как есть. Это будет и хорошая обратная связь, и мы заодно хотя бы посмотрим, кто о чем говорит. А вот эти вот все бородатые хабатники, эти все барыги и прочее, оставьте при себе. Ну, на это тоже обижаться нельзя. Человек высказывает свое мнение... Ну, так вот, с другой стороны. Хотя, с другой стороны, да, для продвижения канала пускай пишут. Пусть чем пишут больше комментариев. Лишний комментарий, да, не помешает. Ладно, давай о планах на будущее, будем закругляться, а то у нас, я просто боюсь, уже и солнышко зайдет. У нас, да, вечереет. Мы начинали, солнышко было вот там, вот, да, сейчас уже садится, уже у нас полвосьмого. Полвосьмого еще светло, видишь, уже. Фильмы будем снимать совместные? Народ спрашивает от меня. Да. Почему нет? Тем более, видишь, я сейчас сказал, что я, можно сказать, не выездной, безвылазно mm-hmm сижу. У меня то стройка, то хозяйство. С удовольствием воспользуюсь твоими материалами. Кстати, у меня материал по Астрахани хороший есть. Говорят, тут давеча у одного блогера фильм выстрелил. На миллион, да? На миллион. Нет. Плюс-минус. Не слышал. Не слышал. По Астрахани. Я два года назад снимал этот материал, если что. А, ты два года назад снимал. Да, он эксклюзивный. Если что. Ну тогда снимем. Сделаем. Да, сделаем и снимем материал. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, как и мы, объединяться, как говорится, смотреть на вещи с позитивом, не унывать ни в коем случае, но и идти в наше, безусловно, более светлое будущее. С праздником вас 9 мая. Да, с Днем Победы, с Днем Победы вас, ребят. Все ссылки будут в описании под роликом. Будем рады видеть. Да, мирного неба вам над головой и нам тоже. Ну и увидимся в будущем. Ровно через год на этом месте. Да. Все, договорились. Пока. Ну что ж, друзья, благодарю вас за просмотр. Кто досмотрел это видео до конца, респект. Может, конечно, не за день, а за несколько дней осилил полтора часа нашей болтовни. Все равно спасибо. Напишите в комментариях вообще про формат. Как вам формат живого общения? Ну, так, чтобы разбавить мои тематические ролики. Может, даже мне заранее лучше вас предупреждать, чтобы мы обсудили какие-то интересные для вас темы. В общем, буду рад вашим комментариям и оценке. Ну а совсем скоро ждите мое новое видео о противостоянии Московии и Новгородской республики. Ну и на этом сегодня все. Увидимся в будущем. Пока!